правда, связала я ее не себе, а своему любимому корейскому зятю. Они там в Корее любят всякие такие прибамбасики. Цветные, яркие. Поэтому шапочка, она, размер у нее не мой, не она великовата. Но тем не менее, вот тут можно связать и ходить даже летом в таких вот береточках. Не знаю даже, как это назвать. Вот. Всем пока-пока!